настолько дурацкое положение сейчас, я просто вообще удивляюсь. Дурацкое. Девчонки уходят в отпуск и месяцами живут здесь, потому что они могут уехать домой в отпуск. С голоду уже, понимаете, прям действительно. Оголодали. Это такие, те, которые у нас здесь живут, у них ни родственников есть, и такое есть. Это, слава Богу, мы здесь живем, в Владивостоке. У нас есть хоть кому-то помочь там. И дача выручает, и родители, и все остальное. Но все равно это... Не знаю. А чего ждете от визита главкома и министра сюда? Ждем денег. Вот я вам только вот это говорю. Нам нужно жить, нам нужно кормить детей. Денежки не получаем с августа месяца. Это получается 3 месяца. На что живем? А вы спросите, на что живем? Я сама удивляюсь, на что мы живем. Ну, паёк нам дают. Хотя бы паёк. Родители помогают. Вот так и живем. Куда смотреть? Туда? У меня в семье 4 человека. В семье я считаю главное себя, потому что я единственный человек, который работает в семье. У меня 2 инвалида, это мать и отец. И дочь 8-летняя, на которую я не получаю алименты уже 1,5 года. На что мы живем? А на то, что раз в месяц им приносят пенсию, которая пенсия составляет 500 тысяч на нас 4. Вот представьте. Домой мы ездим на Нейбута, через базар, который находится на Баляево. Этот базар мы с моей подругой обходим, знаете как? Чтобы нас никто не видел, чтобы мы не слышали и не видели то, что там продается. А дети не понимают, что у нас нет денег, что мы не можем это купить. У меня ребенок на зиму остался без сапог, без зимних. Говоря уже о шапке и прочем. Не на что купить. И негде взять. Простите, сейчас скажу грубо, а на панель уже слишком стара идти. Возраст выше, чтобы на панель идти. Думают, сколько мы продержимся. Помполит наш говорит, я говорю, давайте забастовку устроим. Нельзя, зачем? А он сказал, говорит, устроите забастовку завтра. Я еще что хочу сказать. Вот, когда нам перестали денежку платить, здесь так нам сказали, что если у вас есть возможность где-то подработать, подрабатывайте. Хорошо, у нас один человек здесь пошел попросить, говорит, сутки через 2, могу я пойти работать? Нет. А больше другой работы мы не можем найти. То подрабатывайте, то нет. Пошла к начальнику, к ночмеду, к нашему. Я говорю... Крепкий кофе пьете? Кофе крепкий? Да. Так, сколько вам сахара? Так, 6. Еще раз дать. Что? Все, снимаю. Все?
Китель наденьте. Я намажу тебе. Господи, как я себя плохо чувствую, когда меня снимают вот это дело. Заспана в виде, с опухшей мордой. Прожуй, 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 прожуй. И расскажи. Ну, командира дальше, что девочек, тети, с которых я работаю, да? Сейчас к чему-то стремиться, сейчас нету смысла к чему-то стремиться. Сейчас надо домой деньги приносить. Поэтому подрабатываешь везде, где есть возможность. Ну и все так. Что личного?